Появились кадры аварии в Каслинском районе, где погибла семья врачей. Фура снесла легковушку, в которой находились трое пенсионеров. Это жуткие кадры момента ДТП. На съемке видно, как фура едет по главной, и прямо под нее залетает отечественная легковушка. По данным ГАИ, авария произошла на автодороге Тюбук-Усть-Богоряк. 60-летний водитель за рулем «Лады Калины» при выезде на главную дорогу не уступил фуре. И грузовик буквально снес автомобиль. Все, кто был внутри, погибли. Удар был такой силы, что людей пришлось собирать по частям. Их останки были разбросаны вдоль обочины. Установлено, что в машине ехала семья врачей. Пассажир – 83-летний мужчина. Главный врач – районной больницы и гинеколог. И 86-летняя мать – педиатр. За рулем был их сын.